Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Bon Appetit Life. И сегодня поделюсь рецептом приготовления семги. Семгу буду готовить в двух видах. И кроме этого, у нас еще на канале стартует розыгрыш. Разыгрывать будем вот такой прекрасный стол барбекю совместно с нашими спонсорами. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Смотрите в процессе видео, я полностью расскажу, что нужно сделать, чтобы выиграть вот такой барбекю стол. Вы, как всегда, насыпьте побольше лайков, а я приготовлю что-нибудь вкусненькое. Погнали! Первую половину приготовим на абхазской аджике. Кто-то называет грузинской, кто-то абхазской, но у меня абхазская. Купить ее можно в любом гипермаркете. Перечная, очень вкусная. Аджичка пока настаивается, присолим. Ну, соответственно, солит каждый по вкусу. Также поперчу черный душистый перец. И все то же самое проделаю с обратной стороны. Половину из них, как я и говорил, смажем соусом из абхазской аджики. Запах чудесный от нее. Для второй половины стейков понадобятся два апельсина. Будем делать кисло-сладкий. Обильно полью апельсин и уберу в сторону, чтобы развести огонь. Ну все, друзья, пока разгорается, подготовим гарнир. А на гарнир у нас сегодня картофель на мангале с курдюком, вот в таком прекрасном шашлычном комплексе. Ссылку, если кому-то понравится, как работает этот гриль-центр, барбекю-центр, я оставлю прямо под этим видео. Переходите, смотрите, очень большой выбор. Ну, мало ли, в жизни может кому-то понравится. Кто-то приобретет. Соль, перец душистый, паприка, немножечко растительного масла. Это будет наш гарнир. Ну что, друзья, картошку тоже замариновал. Самое время разжигать мангал.
Ну что, приступим, друзья. Первыми будем жарить с аджикой. Вот так. Сетку предварительно я смазал маслом растительным. И теперь с апельсинами. Пока жарится рыба, пожарю картофель. Это если кто-то захочет поливать. Вот, друзья, вот такая красота у меня получилась. Приготовили мы эту рыбу вот на таком прекрасном столе гриль. А я напоминаю, что у нас будет в Инстаграме проходить розыгрыш. А именно барбекю-центр страница, ссылку на них я оставлю под этим видео. Переходите, подписывайтесь. Условия розыгрыша такие. Быть подписанным на барбекю-центр, отметить одного своего друга и под последним постом написать комментарий. Именно по этим комментариям мы будем выбирать победителя, и кто-то станет обладателем вот такого красивого, мощного стола. Желаю вам успехов, желаю всего самого лучшего. Друзья, переходите, обязательно подписывайтесь. А я от себя, по традиции, пожелаю вам крепкого здоровья, везения. Везения во всем, за что бы вы ни взялись. Будьте здоровы, будьте богаты. За вас, мои хорошие. Ну что, попробуем? Давайте прям с краю. Друзья, посмотрите, какая она сочная. Красавчик, не ругайся. Вот такая сочная рыбка у нас получилась. Красавчик, ты рыбу хочешь? Очень вкусно. Это та, которая с апельсинами. Интересный такой кисло-сладкий вкус. Сейчас попробую, которая на аджике. Красавчик, подожди, тебе рыбу нельзя, это сейчас мясо. Скажу честно, которая на аджике, она, ну, как по мне, немножечко вкуснее. Хотя та, которая с апельсинами, тоже чудесная. Также у нас гарнир вот такой, друзья. Пожарили картошку с курдюком. Пожарили с эффектом, как чипсы. Я думаю, это будет тоже очень вкусно. Картошка супер. Красавчик. Ты рыбу хочешь? Сейчас я кости уберу, подожди. Сейчас рыбу почищу, потом покормлю его тоже, друзья. Мясо дам. Не переживайте, собака голодная не останется. Друзья, на этой прекрасной ноте, конечно же, я с вами не прощаюсь. Погода меняется, возможно, будет дождь. Мы сейчас перейдем на террасу, под навес, продолжим наш вечер. Всем большое спасибо. Еще раз всех благодарю. Не забудьте насыпать лайков. Всем пока-пока.